Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос поступил, можно ли котел присоединить по диагонали. Это разговор идет о котлах, которые имеют двухстороннее подключение по типу нашего казака. Котел и у него двухстороннее подключение. Можно его подключать слева, можно справа. И вот пошел разговор, что котел нужно подключать только с одной стороны. Для котла без разницы, как вы его подключите, с одной стороны или по диагонали. Потому что если будет подключено по диагонали, все процессы в котле будут идти одинаково. Если там, как говорится, в котле нет реально, как говорится, каких-то перегородок, что обычно не делается. Ну, делаются всякие завихрители, там, ну еще что-то, но никаких перегородок нет. Поэтому по гидравлике вода все равно пойдет туда, куда есть выход. Поэтому подключение хоть на две стороны, хоть по диагонали, хоть с одной стороны будет верным. Подключайте, ничего не бойтесь, не слушайте вот этих ограничений и каких-то страшилок. Их просто нет. Всего доброго.